что было в отеле без камер. А что было в отеле без камер? Да? Говори. Что происходит? Тишина у нас! Да, было. В отеле у нас мы провели ночь. Я ей как человеку не доверяю абсолютно. Почему? Я никакие твои секреты не выдаю и так далее. Я говорю про себя. Ну, у нас были просто договоренности некие, которые ты нарушаешь. Ну, я тебя предупредил, как бы, твое дело. Были и вообще, я не считаю захват анаконды — это волшебство. Что? Захват анаконды и волшебство — это разные вещи, абсолютно. Валера, это вранье сейчас. Ну, не, вранье — это то, что ты перебираешь факты. Я просто сижу, слушаю, я офигеваю просто. Ты такие тут речи излагаешь, как будто я не это знаю. Это неправда. Это вот тобой воспользовался, там что-то произошло. Я чувствую. Я поделилась своими чувствами. Ирочка, нет. Зачем нет, ты сейчас нет. врешь? Ира, мне тебе, честно, жалко, но... Не надо меня жалеть, мне противно сейчас. Мне тоже, мне просто противно. А я блеванул.